лайк, 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 мазанный я на арбузик, лайк, 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 такая. Боже, какой милый арбузик, вот бы мне такого друга. Ма, ты чё? Так, короче, дорогие друзья, ставьте прямо сейчас лайк, и у вас будет такой же миленький арбузик, либо вот такая же миленькая китенька. Так, так, вот, понятно. И подписывайтесь на канал, дорогие друзья. Все, давайте, ради китеньки подписывайтесь, ставьте лайк. И... Да. Ну, да. Колокольчик обязательно, и шо, и я за колокольчик всегда прожу, ребятушки, жмите. Давайте, да, и знаете что, вопросик дня. Какой у вас любимый цвет? Мы вот, конечно, вот спрашивали, но еще раз спрашиваю. Вот у меня, короче, оранжевый, оранжевый. Фиолетовый, фиолетовый. Мафиолет. Друзья, пишите, какой у вас, а мы сегодня будем строить здание Among Us. Смотри, как складно. Да. А у вас, а мы сегодня будем строить здание Among Us. Круто, дома. Сам ты Among Us, Among Us, ребятушки. Короче, всё. Смотри, справа синий, слева красный, значит, я буду опасный. Ма, это я опас. Все, строю, короче. Слушай, а где мне начать? Сейчас, ма, начнешь, короче. Сейчас, ма, так начнешь. О, я тогда вот здесь буду, вот рядышком прям. Давай, здесь, короче. Во-во, чётенько, чётенько. Погнали, вообще. Ребятушки, так. Не-не, на два вот сюда отступил, где красный я поставил, вот сюда синенький. Все, хорошо. Отлично, короче, всё. Друзья. Мы начинаем ребята, строить. Сразу предупреждаю, что я в постройках полный нубарек. Мая вообще как бы. Слух, тот... ты куда погнал? Погоди, сколько должно быть блоков? Раз, два, три, четыре, пять между ногами. Ма, между ногами пять, короче. Раз, два, три, а четыре, опять. Ма, опять. Опять. Вы строите, наверное, так же, как и я, немножечко. Чисто вы считаете так же, как ма, опять. Опять, а 6, а 7, а 8. Так, ма, давай сюда. Сюда или не сюда, ребятушки, по-моему. Ма, по-моему, отсюда. Ма, ты чё у меня слова тыришь? А ма у меня слова тырит. А чё, не могу? 2, 3, 4, ма, не можешь. Так, одну подошву я сделала. Так, чё он там вытворяет? Смотрите, ребята, он уже вообще раскочегарился. Ма, да я просто, я строю, короче, аманас, короче, ананас, ма. Ага, аманас, да, так точно. Аманас, ребят, правильно же произносить. Ма, да это сложно, там ананас, ма, ананас. Ладно, пусть будет ананас. Вот, смотрите, смотрите, у меня уже ма готова. Ма, смотри. Потом, значит, рассказываю, смотрите, друзья, мы потом ставим вот сюда и тут строим вот такую штучку из 5 штучек. Ма, смотри, как кочегарю. Ма, успеваешь? А, стой, подожди, стоп. Ма, да ты... Вы просто посмотрите. Чё ты ржёшь? Чисто две лодочки построила. Ма, плывем, короче. Ма, все, плывем. Хватит угорать надо мной. Ма, я взял удочку. Все. Явилась! Стой! Ма, я сейчас буду рыбачить. Ма, я рыбачу. О, все. Смотрите, я поймал ма. Отстань, иди, не мешай ма строить. Ма, ты, короче, так это... Запутанках. Ма, вообще... Запутанках, ребят. Ма, ну ты запутанка, короче. Если кто не знал, ма запутанка. Никогда никому такое не говорите, особенно своей маме. Вы в натуре реально, а то как бы отхватите таких нифиговых люлей, короче. Люлей, да, получите, ребят, нифиговых, если скажете. Поэтому, если что, на всякий случай осуждаю вас. Да, на всякий случай. Ма, смотри, я уже что построил. Ма, смотри, я уже, короче, этот строю. Да погоди ты, дай мне ноги, коленки доделать, ёлки-палки. Смотри, я правильно сделала? Ма, правильно, давай, короче, сейчас... Господи, как сложно, а что-то... Ма, смотри, шарик надо вот такой, ма, давай, строй шарик, ма. Сам ты шарик, погоди. Погоди, шарик, погоди, стой! Погоди, ма, шарик, давай, погоди, ма, давай, давай, о. Не могу разобраться. А, все, поняла. Здесь, короче, мы продлеваем и сделаем 5 штук. Вот так вот. Раз, два, три. Так, вот ма, вот так. Красава. Все, я соображаю потихонечку. Ну, короче, друзья, если кто не знал, ма вообще не соображает в жизни. Она как бы, ну... Нет, я соображаю, ребят. И очень хорошо, между прочим, если бы я не соображала, вы бы смотрели в моих качественных контент. Ма, не твой, куда ты пошел? Да я тебе помогаю, ма, давай строй. Ты че, мои вообще-то блоки синие? Так, все, я тут строю 9 штук. Высоту надо 9. Друзья, надо вот так 9. Смотрите, вот видите, раз блок. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все. Слушайте, друзья, давайте про 4 немножечко. Так, вот так он сделал, да? И потом, короче, как ты так сделал? Как? А, вот. Все, я поняла. И кругом пошел, смотрите.
Ну да. Ма пошел. Че, поможем Мате помогать? Да, Жень, помоги, пожалуйста, мне вот это вот сделать. Короче, круто. Смотрите, друзья, смотрим еще. Ма, короче, тупич, поэтому мы ей помогаем, короче. Так. Да, в кругах я, короче, тупич, мне скорее квадратный. Да, Ма не только, короче, в кругах, Ма во всем тупичам. У меня более квадратная мышление. Ма, все, круг готов. Друзья, если кому нужно будет круг построить, обращайтесь, короче. 4, 5, 6, 7, 8, а 9. Ма, если кто спросит, скажи, что ты охламонка. Ой, я упали. Здесь это Ма сама. Ма, смотри, как надо, смотри. Ма, видал, смотри, как возвожу. Моще-моще. Ма, смотри, я если кто спросит, друзья, я скажите, что я самый главный строитель. Блин, я случайно нажимаю на Г. Ну, вернее, G. Ма, ну ты Г, короче. И Б. И, короче, блок у меня метнется в другую. Ма, хочешь магию увидеть? Отстань. Ма, ну подожди. Смотри, Ма, я сейчас, короче, смотри, сейчас Ма плюну, у тебя все эти появятся. Ма, смотри. Хай-пу! Ма, видала? Что это было? Что это за магический харчок упал? Ма, просто видала, короче, вообще. Обалдеть, я в шоке. Ребят, видали? Плюнул и тут появилась. Ма, вот так вот, короче. Сила харчка. Какова сила харчка? Ма, вообще как бы. Ну, ребят, вы так на контрольный не плюйтесь, а то, короче, это учился. Да, вам не поставят пятерку за это, ребят, уж точно. Это только я так могу, короче, если кто спросит. Ребята, сопли не размазывайте в тетрадке, тоже не советую вам крайне. Ма, короче, знаете, историю сейчас расскажу? Ма однажды, короче, сопли размазывал в тетрадке. Че, гонишь? Никогда такого не было, никогда да сопли было, не было, мазывал. Короче. Нет, только не было. Ма рассказывал. Ма, вот, короче, сопли, короче, размазывала, вот. А потом, короче, пришла училка и говорит, Ма, ты что, совсем, что ли? Ма, строй вот так. Да, больше ври, да, больше ври. Ма, да что вру-то, в натуре правду говорю. Друзья, в натуре правду говорю. Правду говорит, ребят. Ну, слушай, когда я сопли не мазала, не буду мазать. Ма, смотри, я делаю касочку. Ма, смотри, какая красота. Офигеть, друзья, смотрите. Похоже уже на Амон Ас. Очень похоже, я считаю. Сам ты Амон Ас нормально называй. Ананас, говори. Короче. О, сейчас вот это сделаю, короче, вот эту дырочку. Вот эту, оп. Так. Соки, дырочку в соке. Ма, кстати, тут карниз сделай, короче. Подожди, стой, я тут бакенбарды. Это реально похоже на бакенбарды какие-то, ребята, если что. Смотрите, очень круто. О, Ма так же делает. Нифига, да, смотрите, Ма, короче. Да, все, ребят, я уже немножечко тут прошерстила, как тут что делается. Так, все, делаем здесь, да? Короче. Раз, два, три, четыре, пять. Тут шесть. Тут семь, восемь. Девять, десять. И 11. Это у нас, друзья, короче, этот рюкзак, ага. Короче. Короче, блок строим, ребят, по 5 блоков. А1, А2, А3, А4, А5. Масли, какая красота вообще. Вообще офигенно. 2, А3, А4, А5. Мать считает, не мешать. Мат, ты что тут? Мат, не выпендряйся. Так, тут 11. Смотрите, 11 блоков вот сюда, вот так вот 11. И вниз тоже 11. Смотрите, 2... 3, 4, 5, 6, готов. 7, 8, 9, 10, 11. Как это сложно. Ма, да вот ты, ребят, все сложно. Ой, все легко. Человек, который строит в Майнкрафте на канале уже 5 лет, или сколько ты там строишь? Ма, я 5 лет уже строю. Друзья, если кто не знал, я вообще раньше строительством занимался, до сериалов. А потом вам сериальчик вот. Как пошел штопать, и вообще пошло дело. Вообще, обалдел, так раз, два, три, четыре. Ну, а я, короче, строитель. Если кто спросит, я и в реальной жизни строитель. Ма, если кто будет спрашивать, я строитель, скажи. Я строитель, он это, в окошечко чисто поглядывает. Ма, ты че, слышишь? Ну, это так и есть, как бы, это, посмотрю, как вообще проходит там. Ма, иди сюда, сейчас будем бошку строить, это максимально сложно, иди быстрее повторяй. Погоди, я еще не сделала рюкзак. Ма, сейчас... это тоже, ой, максимально. Так, секунду. Друзья, вот так, если что, стройте, если что, видео проматывайте, смотрите, у нас они, смотрите, уже почти похожи, вернее, уже почти достроены. Да, почти похожи, нам осталось сделать. У Ма, правда, здесь вот надо низак будет сделать, короче, я-то уже сделал. Чего, низак, кого? Ну вот, ну Ма, ну потом посмотришь. А, карниз, ну, в общем, карниз, да. Ма, все, давай, бошку стри, внимательно смотри, как я делаю, смотри. Надо вот здесь вот такие три штучки поставить, друзья, тоже ставить три штучки. Раз, два, три. Потом вот так вот, короче, вот так вот делаете, вот так вот, оп.
А вот так вот, вот так могу, и вот так вот, и вот, вот так, так вот. Ага, погоди, стоп, стоп, как ты сделал так? Поднял вверх. Мадовая, во. Да, да, да. И вот так пошел. Да, и вот здесь еще по бокам вот эти синенькие штучки. Это погоди, важно, друзья. Погоди, по бокам где? Вот здесь, вот, смотрите, друзья, вот здесь не забудьте, вот здесь и ага, вот здесь. Все поняла. О, ты уже синим построил, ничего себе, молодец. Мада, я вообще крутой, мам. Так, дальше, все. Что у нас дальше, короче, ма. Вот здесь тоже строишь вот так три штучки. А, ну мы просто поднимаем, ребятушки, как бы нашу голову, да? Ну да, ма, вот так вот просто. Оп. Смотрите, друзья, главное не напортачить. Вот, а видите? Три штучки поставила, что дальше-то? И за ней, короче, строй вот такую штуку. Ну как на этой? Как спереди, ма. За ней? Смотрите, друзья, повторяю. Вот, показываю. Вот так. Поняла, понял. Специально другим цветом. Понял. Вот так, понял. Во. Смотрите, все, друзья, понял. На примере ма вам, если что, показываю, если вы не поняли. Слушай, да, ма, кстати, удобная тактика, цвет. Так можно показывать реально, и все поймут. Да, контрастный цвет вообще, видно сразу, где ошибки, типа. Все, смотрите, вот, вот так получается бочка. Бочка, бочка у нас получается вот так, ребятушки. Потом строим вот здесь вот так по одному кубику, вот так вот, смотрите, вот так вот. Ма, ты поняла, нет? Ну смотри, видишь, у меня получается, как видишь, да? Как видишь, да? Давай, ома, хорошо. Ну правда, всё, вот здесь надо делать, здесь ошибка. Я короче, смотрите, красным фломастером, как училка, подчеркиваю ошибки, ма. Ой. Ой, точняк. Блин, сорян. Ну ладно, сейчас исправим. И не вот вопросики, матросики. Нет, неправильно. Вот так, все. Все, круто. О, все. Ма, готово, теперь вот такие, ребят. Посмотри, по уголкам поставь эти штучки, видишь? По уголкам поставь, вот эти, по уголкам, вот так, да? Ну да, ма, да, вот, смотрите, получается. Отлично. И теперь, короче, дальше мы просто, смотрите, строим вот такую вот штуку, вот так вот, просто ее ведем, вот так вот, оп. Ну-ка, подожди, как ты там ее вел? Пожалуйста, друзья. А, ты просто еще раз, что ли, обвел? Ну да, поверху только. Смотрите, я показываю на примере. Ма, нет, не так! Не так! А, все, не кричи! Короче, смотрите, друзья, на примере ма, короче, показываю. Вот так вот, и вот ведете вот так вот просто. Ма, вводи, короче. Ма, капец, тупень вообще, да? Вот. Да, в смысле тупень, я реально, я немножко не вдупляю в этих вопросах. Ма, ты давай, вот, давай. Смотрите, я подчеркиваю красную ручку. Я могу красиво петь, я могу красиво танцевать. Ну, ма, спорный момент тоже, осуждай на всякий случай. В смысле спорный, ты чё? Так, здесь, короче, строим вот так, потом купол, и все, и, в принципе, башка готова, короче. Так, и строим купол. Купол, то есть мы просто закрываем нашу голову как консервной крышкой, да? Или ну, только на одну меньше. Ну, поняла, да? Вот. Так. Все верно делаю, да? Ну, вроде пока да. О, ребят, я все верно делаю, прикиньте, смотрите. Так. Ну, да, я тут просто не поставила. Так, вот. Я уже все знаю. И, ой, смотрите, выпендряется, короче. Мать, я выпендряешься. Ну вот, все построено, ребят. И просто закрываем. Все, отлично, друзья. Смотрите, вау. Мать, теперь там низок заделаю. Только смотри, как сделаю. Вот так, как я. Смотри, посмотри у меня. Так, как у тебя? Ага. Так, погодь. Ма, смотри. Ма, иди сюда. Что-то не выпляю, как там у тебя. Да вот, вот, правильно делаешь. Ма, иди сюда. Ма, иди сюда. Да, иду. Что там? Ты чё делал? Бро, быстро! Ма, угар или не угар? Осуждаю на всякий случай вообще. Ма, не надо. Так, я делаю, короче, смотрите, теперь рюкзак красным, короче, красным. Ма, я так выгляжу опасно. Понимаю. Так, здесь вот так вот рюкзачочек делаем. Ой, ребят, мне надо просто застроить, короче, низ. Сейчас я тут внизу копошусь, мне тут темно, короче. Ма, что тебе там темно? Сейчас посмотрим, что там ма делает. Вроде правильно делает, да, тут правильно. Да, ма, ты что там делаешь опять? Ну, заделываю. Ма, что ты заикалась? Ма там картошку ворует. Да, где, снизу, что ли? Ма, да. Из-под этого, из-под юбочки. Так, отлично, а теперь рюкзак мы полностью заливаем синим, потому что у нас синий человечек, за которого мы играем. Я играю за синего, ребятушки, запомните.
Не за фиолетового, к сожалению, конечно. О, Людочка отобрала. Ма, давайте сейчас плюну, короче. Ма. А, близкий, опять харчок волшебный. Ма, смотри, все починилось. Ма, круто. Ребят, гляньте, просто балдеж. Смотрите, ма, два смотри, человечка. Люк. Здесь ставим о. Люк. Смотри, он проделал люк в башке. Мозги сделаем или нет? Ма. Вау, мы можем проникать. Ну-ка, давай-ка внутрь. Ма, я проник, короче. О, слушайте, я прикольно. Я внутри своего человечка. Я им могу управлять, типа, как будто бы я мозг. Ма, я, короче, делаю у него тут светяшечки. Давай как кто как задекорит, ма. Кто как задекорит? Все отлично, замечательно. Кто ма, тут будет очень все красиво. Ма, тут будет вообще бомбезно. Мне, во-первых, надо выровнять пол, потому что он что-то вообще неровный. Так, давайте сделаем ровный пол. А знаете, почему неровный? Потому что ма неровный. Он косой. Ой, дырочку проделала. Слушайте, ну красиво, красиво. Так. Ма, знаешь что, на всех случаях осуждаю тебя. За что ты мне, сука, дала шанс? Ну за что? Вот ма, ну вот за что? Ма, за что? Я с дрем еще употреблять. Так, короче, ребят. Как говорит Женечка, нам надо сделать светяшечки красивые. Ма, ну светяшечки надо по-любому. Ма, кто светяшечки не делает? У меня синий, да, человечек, да? У меня синий человечек. Я поставлю синие светяшечки. Какие? Они уже светиться-то будут? А, блин, они не светят. Вот. Так, все, что там интересно ма делать? Надо посмотреть. Я пока еще ничего, я только пол сделала. Слушай, знаешь, что будет в моем человечке? Ничего. Куча подарков. Ведь, ребятушки, Новый год не за горами, между прочим. Ма, это вообще так красиво все? Делал. Хочешь посмотреть, как у меня? Нет. Ма, ты что, офигела, что ли? Ма! Ладно, ща прилечу, подарки только расставлю и просто все посмотрю. Офигеть, смотрите, друзья, максимальная скорость, короче. Максимальная скорость, не смотрите, ребят. Ну-ка, что там он сделал? А, он светяшки такие поставил. Смотрите, он ставит типа теплый свет. Ма, я поставлю морской фонарь, у меня Ма, смотри, у меня тут даже море есть небольшое. Ты что, там лужу проделал, что ли? Ма, я лужу проделал. Где светокамень, скажите мне, пожалуйста. Вернее. Ма, у меня готово все. Морской фонарь. Ма, у меня все вот. Готово. А нет, не все готово. Сейчас сделаю кое-что. О, друзья, ты такое придумал. Что-то придумал, ребят. Слушай, да? Что-то придумал, ну-ка скажи. Может быть, что-то придумал. Ма, нет, ты не придумаешь. Ну, я хочу придумать тоже что-то прикольное. Ма, ты не придумаешь. Я по-своему это сделаю, ребят. Смотрите, у меня тоже неплохо. Ой, все, ну мне нравится. Сейчас я тоже что-нибудь классное тут сделаю. Ма, не надо. Вот, смотрите, друзья. Вот это будет вообще сейчас ма просто обалдеет. Так, ну-ка сейчас проверяем. Это я правильно сделал? Так. О, работает. Что он там работает? Что он там сделал? Что вот ты роботов там поставил, что ли, каких-то? Ой, блин, ничего не так разбомбил. Что-то разбомбил, слышали? Так, ну-ка, что-то еще можно. Ма, ты что там делаешь? Ма! Ребят, на всякий случай, короче, я поставлю вот эту штуку. Вот у меня будет интересная штучка. Ну-ка, что там Ма делает? Вау! Полная капитуляция, ребят. Ма, ты что тут динамиты ставишь? Ма, ты что, обалдел? Если что, вместе с тобой, бам, и все, у нас нету. Ма, ты что такое говоришь вообще? Ну, слушайте, ну неплохо, мне нравится, как красный сочетается с синим. Так, шикарно. Ма, вообще красный, вообще опасный. Ну, в принципе, в моем персонаже, за которого я играю, есть все. Во-первых, он праздничный, ребят. В нем презенты, как говорится, презенты. Ма, откуда они, интересно, вылетают? Ма, у тебя каждый вечер презенты вылетают. Ма, я все сделал. Такая. Ну-ка, дай посмотрю, как у тебя. О, смотрите, и окно продырявил. Ма, это не просто окно, вылети снаружи. У него в животе дыра, что ли? Ма, ну вылети снаружи. Ой, он плачет? Нет, ма, тут реально... Ма, смотри, как... А, это типа слежение через живот. А, это ты в голове, в смысле... Прям... Тут пустая башка, да? Ма, смотри, я тебя вижу, а ты меня не видишь. Я вижу тебя. Как это? Вот так это, привет. Ма, ну-ка, подожди. У тебя пустая головешка. А, ну через стекло видно. А тут не видно, знаете, реально. Блин. Да заделай ты там, а то безмозглый какой-то.
Ма, ты что такое говоришь? Все нормально. А это же шлем, тут будет видно. Видно, что там пустой. Говорит, прикольно. А у мата просто стена. Так, шикарно, ну все, мам, мы построили. Круче, дорогие друзья. Вау. Пишите, как вам вообще. Да, пишите, как вам, я стану на своего человечка. Женя, иди ко мне, или ты на своем будешь стоять? Ма, давай. Короче, дорогие друзья, ставьте лайк, мы теперь пошли на мой постоим. Да-да-да-да-да-да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока! Все, всем пока, надеюсь, вам понравились они. О, пока! Ма, вот фига.